Административное законодательство разрешает затемнять только козырек 14 сантиметров вверху лобового стекла. Вся остальная тонировка должна пропускать не менее 70% света. Тогда она считается безопасной. Многие автолюбители об этом знают, но все равно тонируют боковые стекла машины. За нарушение положен штраф 500 рублей. Мы вас предупреждаем о административной ответственности в дальнейшем, если подобное Все, больше не будем вешать. Далеко не всегда участники дорожного движения сговорчивы. Вместо того, чтобы добровольно снять тонировку, водители начинают припираться с полицейскими. Такая манера поведения нарушителям крайне невыгодна. Ввиду того, что он отказался устранять причину неисправности на месте, так как у него при светопропускаемости показалась светопропускаемость не более 5%, ему было запрещено эксплуатация дальнейшего транспортного средства путем изъятия регистрационных знаков при составлении протокола. А также своевременно он должен в течение 60 дней оплатить штраф в сумме 500 рублей, либо устранить неисправность и в дальнейшем явиться уже, предоставив транспортное средство в исправном состоянии, чтобы забрать дальше в дальнейшем свои номера обратно. Рейд растянулся на 2 дня и включил в себя, помимо проверки светопропускаемости стекол автомобилей, еще и операцию «Дети». В итоге остановлен 21 водитель с запрещенной тонировкой и выявлено 5 нарушителей правил перевозки несовершеннолетних. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.